Напомним, что по итогам регионального этапа конкурса «Народный участковый», которые были подведены 16 октября, победителем стал старший участковый уполномоченный полиции из Нефтекамска Денис Шеймухаметов, который набрал наибольшее число голосов. В начале ноября победители второго этапа будут представлять свой регион на российском уровне. Вырваться на передовую соотечественнику может помочь максимальное число голосов, которое будет определяться также по итогам онлайн-голосования. Финал конкурса проходит с 1 по 10 ноября. Голосовать можно как на сайте МВД России, так и на сайте «Комсомольская правда». Кроме того, дополнительные голоса могут принести друзья из социальных сетей. Для этого необходимо зайти на страницу Дениса Шеймухаметова под своим аккаунтом в одной из социальных сетей и нажать кнопку «Поделиться с друзьями», после чего ссылка появится на вашей странице в соцсети. Представляет нашу республику на российском уровне. Поэтому попросил бы всех жителей нашего города проголосовать за нашего сотрудника, за нашего жителя города, жителя нашей республики на сайте МВД России, на ссылке «Народный участковый». Есть его фотография, ее открыть и проголосовать. Или на сайте «Комсомольской правды». Также поблагодарить хотел за активное участие наших горожан в прошлом году. Также наш сотрудник выиграл первое место по Башкирии благодаря хорошему участию и голосованию наших жителей города. И надеюсь, что и в этом году мы займем достойное призовое место.